Южноафриканский спортсмен-паралимпийец Оскар Писториус признан виновным в умышленном убийстве. Его приговорили к 6 годам лишения свободы. Трагедия в доме Писториуса произошла в 2013-м. Легкоатлет убил свою подругу, приняв ее за грабителя, но несколько раз выстрелил в дверь туалета. Девушка погибла на месте. Изначально Писториуса признали виновным в непредумышленном убийстве, за которое он отсидел 9 месяцев из 5 лет. Но гособвинение в прошлом декабре оспорило этот приговор.